Сейчас я покажу, как пройти карту ферма «Куриный побег» на золотую медаль. При своем первом прохождении я сначала начал отсеивать круглые, затем квадратные и треугольные объекты. И в результате у меня количество треугольных объектов не успело достичь требуемой нормы, и я получил только серебряную медаль. Это произошло потому, что как раз таки количество данных в треугольниках меньше, чем в квадратах и кругах. Поэтому первым делом я поставлю отделение треугольников, а затем все остальное. Проверяем. Готово. Золотая медаль наша.